У тебя... Мои? Один из нас... Wow.
Помогут тебе норны.
это был? Почему? Неужели брошь такая вкусная? Брошь! Моя брошь! О, небо, мне ее не вернуть! Почему? Неужели брошь такая вкусная? Кто-то из вас съел ее. Кто это был? Почему? Неужели брошь такая вкусная? Брошь! Моя брошь! О, небо, мне ее не вернуть! Кто-то из вас съел ее! Потерял что-то? Я очистил брошь для своей племянницы. Положил ее на землю, и она пропала. Наверное, овца проглотила. Весьма голодная овца. Это брошь моей бабушки. Подарок богатого... воздыхателя. Как мне вернуть ее, не причиняя вреда моим овцам? Кто-то из вас съел ее. Кто это был? Точно! Накорми овец. Посмотрим... Лети. Боги, почему я это делаю? Ничего. Нужно продолжать поиски. Что ела эта овца? Здесь ничего нет. Ничего. Нужно продолжать поиски. Что ела эта овца? Здесь ничего нет. Ничего. Нужно продолжать поиски. Брошь. Не в лучшем состоянии. Вот твоя брошь. Фу! Это вонь и лошадь с ног свалит. Возьми уже. Да, брошь нужно помыть. Но племянница будет рада. Спасибо тебе. Больше за такое не возьмусь.
отомстил за тебя.
любимая, смотри. Все именно так, как ты представляла. Паула, любимая, смотри. Именно так, как ты представляла. Паула, любимая, смотри. Приветствую. Что это за место? Тебе нравится? Мы с женой построили его из древних камней. Это дом мечтаний и воспоминаний, сотворенный из паутинки и летнего ветра. Он прекрасен. Мы с Паулой много путешествовали. Сколько повидали и сделали. И путь наш лежал по землям, что ты не в силах и представить. Каждый камень стен этого замка — память о приключениях. Странствия наделили тебя мудростью. Да, и вот какова она. Помни о завтрашнем дне, но не забывай и о сегодняшнем. Каждый день, час, миг — воистину бесценный дар. Мы с Паулой будем любоваться красотами Англии и вспоминать наше путешествие. Заново переживем свои приключения. Вот и она! Мне пора к ней. Спасибо за рассказ, друг.
Всегда. У тебя... Есть. Смерть. Стоп. Поселение не мешало бы укрыть. Добро. Еще. Увидим.